Музей Городецкого пряника и краеведческий, дом графини Паниной, терем русского самовара и галереи добра. Детский музей на Купеческой и Городец на Волге, а еще музейно-туристический комплекс «Город мастеров». Сокровищницы старины, расположенные сразу на нескольких улочках исторического центра Городца, объединяет музейный квартал. Такого нет больше ни в одном городе Нижегородской области. Музейный квартал Городца уже давным-давно стал тем самым сокровенным местом для жителей города Городца, центром притяжения для туристов нашего города и, конечно же, достоянием Нижегородчины и России в целом. До 2000-х годов в Городце существовал только лишь один музей краеведческий, всеми любимый, но один. И потом постепенно пришла идея, поскольку у нас потрясающие купеческие улицы, потрясающие купеческие дома, в каждом заложена своя история, и родилась идея создания целой сети музеев, что в конечном результате и получилось. С момента присвоения музейному кварталу этого официального статуса прошло 15 лет. Этой дате и была посвящена встреча, которая прошла в Краеведческом музее. Среди почетных гостей – те, кто внес личный вклад в развитие культурного и туристского потенциала не только Городецкого района, но и Нижегородской области. В их числе Николай Поляков. Предметы старины и целые коллекции, переданные им в дар городу, занимают значительную часть выставочных площадей и дали жизнь как отдельным экспозициям, так и новым музеям в музейном квартале Городца. А коллекционированием, как признается Николай Федорович, он начал заниматься с раннего детства. Надо сказать, что в 50-е, 60-е годы, когда я жил в Катунках, там же снесли старую часть Катунок. А каждый год море отходило, ну, вернее, сбрасывали воду, чтобы паводки воды не затопили. И поэтому мы ходили пацанами раз взад-вперед, находили монеты, разные вещи. Ну, кто-то это выбрасывал, я, например, все это складывал, и постепенно получились коллекции, которые дома содержать невозможно, и стал выставлять их. Еще одним инициатором и идейным вдохновителем создания музейного квартала стал известный далеко за пределами Нижегородской области журналист, заслуженный работник культуры России Сергей Чуянов, искренне влюбленный в Городец. В этом году ему исполнилось бы 75 лет. Чуянов Городец обожал. Он просто дрожал над каждой крупинкой, связанной с историческим Городцом. Резьба, роспись. Музыка ли это, улочки ли старинные городецкие, вал городецкий, фабрики, вышивка заводная. Обо всем он не мог вообще говорить без трепета. Сердце его трепетало все время с Городцом. Он думал о нем до последних дней своей жизни, не забывая ни днем, ни ночью. Городец – это была его прямо буквально песня. Сегодня музейный квартал в Городце – одно из излюбленных мест отдыха как самих горожан, так и многочисленных гостей города. Но на этом его история не заканчивается. В будущем планируется обновление и расширение самих экспозиций и открытие новых музеев. Одним из них станет мемориальный комплекс национального достояния имени Александра Невского, который может заработать уже в следующем году. Татьяна